Приветствую вас, Соня. Я прочитал вопрос, который вы задаете, вопрос, который вы пишете. Вот, я его прочитал, я надеюсь, что смогу вам ответить на него, смогу вам помочь, но хочу сразу, наверное, предупредить о том, что тот факт, что вам не помогло, как вы говорите, 4 психолога свидетельствуют о том, что ваш подход к терапии, скорее всего, является, ну, несколько деструктивным. То есть я, конечно, не знаю, что вы делали, я не знаю, какие действия вы предпринимали, я не знаю, как вы консультировались, но я точно знаю, что один из 4 психологов вам должен был помочь. С другой стороны, я также знаю то, что любовная зависимость, которую вы переживаете, это далеко не простая история. И решается она, конечно же, совсем не так просто и не так быстро, как нам иногда того хотелось бы. Начнем с того, что ваш мужчина, пишете вы, старше вас на 12 лет. Не всегда, но очень часто разницу в возрасте между партнерами, между любовными партнерами, между романтическими партнерами связывают с тем, что человек склонен подавлять свои эмоции. Человек склонен быть взрослее, чем он есть по своему, ну, скажем так, психологическому возрасту. То есть, тот факт, что вы выбрали себе мужчину, или, как вы говорите, по глупости начали с ним роман, свидетельствует о том, что вы склонны игнорировать свои чувства, склонны игнорировать свои эмоции, склонны игнорировать свои, может быть, переживания, может быть, вы склонны подавлять в себе какой-то, ну, какой-то потенциал, может быть, вы склонны к тому, чтобы не реализовывать свои какие-то переживания и так далее. В любом случае, вы склонны как раз-таки вот к этому. Либо ситуация заключается в том, что вы хотите быть ребенком рядом со своим мужчиной. И именно поэтому выбираете себе человека старше вас. Так или иначе, есть основания, по которым ваш мужчина старше вас на 12 лет. Кроме того, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание и на еще один, на мой взгляд, очень важный факт. А именно на то, что вы говорите, будто по глупости начали роман с человеком. Именно по глупости. Начать роман с человеком по глупости, мне кажется, невозможно. Невозможно, потому что вы испытываете какие-то чувства к этому человеку. Невозможно, потому что вы испытываете какие-то эмоции к человеку. И эти эмоции не могут быть глупостью. Эти эмоции либо являются вашими, либо эти эмоции являются следствием, производными от каких-либо ваших желаний, которые вы, опять-таки, склонны подавлять по той или иной причине. В любом случае, сейчас я могу сделать вывод только о том, что вы свои чувства склонны обесценивать.
То есть вы склонны обесценивать свои эмоции, вы склонны обесценивать свои переживания, вы склонны, возможно, обесценивать и свой выбор, свои какие-то решения. Ну, хотя и этого я наверняка сказать не могу, потому что вы дали достаточно мало информации о себе, к сожалению. Дальше, значит, так, где-то 3 года назад я по глупости завела роман с женатым мужчиной, интима не было, просто общались, он на 13 лет меня старше. Значит, роман, как я уже сказал, не по глупости, а потому что у вас возникли чувства. Какие? Это вопрос. У него на тот момент жена была беременна 3-м ребенком, плюс 2 маленьких детей. Ну, совершенно очевидно, что вас это, во-первых, не остановило, и, если честно, не должно было остановить. Вот. Другое дело, если вы испытывали некое чувство вины перед, например, собой в этой ситуации, либо вы испытывали чувство вины перед женой мужчины. То есть, тут вот такие могут быть, конечно, варианты, и это, опять же, нужно исследовать, но факт заключается в том, что вас не остановило. Вас не остановило то, что он жена. И не должно было, в принципе, останавливать. То есть, в этом смысле, я думаю, вы поступали так, как вам того хотел. Он постоянно за мной бегал и ухаживал, и через 3 месяца после знакомства подал на развод и оставил 80% своего имущества детям и жене. Ну что ж, это Соня поступок. Это Соня поступок. Другой вопрос, что вы не раскрываете свое отношение к этому, во-первых. И, во-вторых, вы не раскрываете, собственно, свой вклад, как бы, в отношения на данном этапе, то есть вы не раскрываете, кем он для вас стал, вы не раскрываете, что он для вас начал на тот момент, и вы не раскрываете того, как вы воспринимали его ухаживание и то, что он за вами, как вы говорите, бегал. Хотя я... ну, не очень люблю, если честно, вот подобную формулировку. Я считаю, она несколько оскорбительна для людей. Я считаю, что, ну, просто это очень, скажем так, обесценивает то, что люди могут чувствовать друг другу, вот. Но пока получается так, что человек вас завоевывал, а вы отказывались до последнего, отказывались с ним, значит, ну, отвечать ему взаимностью, вот. Так это выглядит на данный момент. Так, хотел жениться до моего знакомства с детьми. Не очень вот здесь понятно, что именно до моего знакомства с детьми. А я переехала к нему, и у нас начались отношения. Нет, нет, отношения начались у вас значительно раньше, когда он начал за вами бегать. Отношения начались в этот момент, и они продолжились, когда, значит, вы начали жить вместе. Вот. Считая по-другому, думая по-другому, вы себя, к сожалению, только лишь обманываете. Считая по-другому и считая иначе, вы себя, к сожалению, только лишь вводите в заблуждение, что отношения начались у вас, вот, ну, как-то позднее. На самом деле нет. Отношения начались у вас именно тогда, когда он стал проявлять к вам какую-то симпатию, а вы
стали ему отвечать взаимностью. Вот, потому что отношения, они редко имеют, знаете, вот, какой-то такой четкий, ну, четкое начало, да, четкую точку отсчета. То есть, вот, что, значит, вот с этого момента отношения у нас начались, но это на самом деле бывает очень редко. Вот. Отношения у вас, как я и сказал, начались раньше именно тогда, когда вот вы начали, значит, как-то взаимодействовать, когда мужчина начал за вами бегать. Даже, ну, тот факт, что вы не отвечали ему взаимностью, да, он на самом деле ничего не значит, этот факт. Вот. Дальше. Я переехала к нему, жить я так долго не смогла. У меня начались постоянные приступы истерик и злости, вплоть до глотания таблеток, каждый раз, когда я навещал детей и брал их к себе на выходные. Смотрите. Значит, вы говорите и описываете здесь механизм ревности. Вы описываете здесь вот то, что вы по факту, по сути, ревнуете. Ревнуете мужчину к детям. Вы описываете здесь по факту то, что вы не уверены в себе. Вы описываете здесь по факту свой страх остаться одна. Вы описываете здесь по факту то, что вы сравниваете себя с, значит, вот, ну, ну, либо с детьми, либо с, значит, женщиной. То есть, вот, ну, как вот вы воспринимаете то, что он забирает детей. То есть вы это воспринимаете как личное оскорбление для себя. И это, на мой взгляд, очень важный момент, да? Вы никак не раскрываете, значит, причину своих переживаний. Вы никак не раскрываете причину своих истерик. Еще раз повторю, это ревность. Вот у вас это ревность. Ревность возникает из-за страха одиночества, из-за неуверенности в себе, вот, из-за собственной нереализованности, то есть кроме мужчины становится для вас, образно говоря, всем, мужчина для вас становится единственным таким вот смыслом жизни, грубо говоря. Вот. И вы, значит, имели какой-то опыт негативный измен. Вот. А глобально ситуация складывается так, что вы имеете запрет на создание семьи. Потому что вы выбираете мужчину не свободного, вы ревнуете к его детям, хотя он развелся. То есть вы как бы разрушаете отношения. Изначально вроде бы, вы принимаете его детей, ну, вроде бы. То есть вы знаете, вы в курсе, что у него дети, вы знаете, вы в курсе, что он отец, и вроде как вы этот момент, значит, ну, принимаете. Вот, теперь оказывается, что детей вы принять не в состоянии, не способны. Неспособность принять детей означает также и то, что вы не принимаете мужчину целиком. Из чего вытекает потребностная сфера вашего отношения к мужчине. Понимаете? То есть потребностная сфера
отношение к мужчине связано с тем, что вы в нем ищете что-то для себя, вы в нем хотите получать что-то для себя. Понимаете? Какая штука. Вот. Это, на мой взгляд, очень принципиальный момент. Мужчина вам нужен для чего-то. Для чего-то такого, что для вас актуально, значит, ну вот, что для вас актуально, по той вот причине, по которой же вы выбрали его изначально себе в партнера. Так, значит, да, истерика – это потребность во внимании. То есть вам не, вы отчаянно боретесь за внимание к себе, со стороны мужчины. Особенно, когда брал новорожденного, я загремела врачу, к врачу, который мне четко сказал оставить его, но я так не нашла в себе силы уйти. А почему оставить? Почему уйти? Почему не принять того, что он проводит время со своими детьми? Как бы, в чем проблема? Весь мир сошелся на нем, и как он хочет, чтобы я приняла его детей, а я их принять не хочу и не могу из-за ревности и осознания времени всей ситуации. А в чем время ситуации? С ревностью нужно работать, потому что ревность – это ваша собственная проблема. Это ваша собственная психологическая реальность сейчас. Вот. И опять же, как я сказал, не принимая детей, вы не принимаете самого человека. Подскажите, пожалуйста, как уйти или что делать? Ну, здесь все зависит от того, что вы хотите, понимаете? Если вы хотите, например, быть со своим мужчиной, если у вас есть к нему чувства, если у вас есть к нему, значит, эмоции, то в таком случае, мне кажется, что имеет смысл поработать с ревностью, имеет смысл поработать с вашей уверенностью в себе, вот, чтобы все-таки не вредить вашим отношениям. Я, конечно, не знаю, то, как складывались ваши отношения с мужчиной. То есть я не знаю, как вы договаривались с ним насчет, например, детей, да? То есть я этого не знаю. Говорил ли он вам, что он будет как-то взаимодействовать с детьми? Не говорил ли он вам, договаривались ли вы по этому поводу с ним или нет? То есть я этого не знаю. Если это все для вас стало такой вот, скажем так, неожиданностью в большей, ну, в большей степени, если для вас это стало неожиданностью в большей степени, то тогда, наверное, действительно имеет смысл вам уйти. Ну, просто потому, что если вы считаете, что мужчина ведет себя как-то не так, как-то неправильно, вот. Но если вы изначально, условно говоря, обговаривали эту историю, обговаривали этот момент, что, ну, что вот он будет встречаться с детьми, и вы оказались просто не способны принять это, то в таком случае, я думаю, что имеет смысл поработать над отношениями, и в первую очередь над вашим восприятием этого, то есть над вашими истериками, над вашими переживаниями, над вашей ревностью, которая имеет место быть, вот. Потому что эти моменты никуда не уйдут, вне зависимости от того, будете ли вы с мужчиной, уйдете ли вы от него или нет. Также вы говорите о том, что на нем сошелся мир для вас. И это, конечно, такая негативная история. Это говорит о том, что вы в мужчине очень сильно нуждаетесь, и эта нуждаемость здесь выходит, ну, явно за определенные рамки, да, то есть нуждаемость здесь выходит явно, переходит, точнее, переходит все границы, вот,
И поскольку это ненормально, это рождает такие вот коллизии в отношениях, то вы можете поработать и с тем, почему вы, собственно говоря, в человеке так сильно нуждаетесь. То есть своей, опять же, такой, ну, потребностной сферой можете поработать, то есть постараться понять, почему вы в нем так вот сильно нуждаетесь. Вот, мужчина. Вот в своем. Дальше. Так, у меня от него сильная эмоциональная зависимость. С этим нужно работать. Эмоциональная зависимость — это потребность. Потребность в чем-то. В данном случае я могу выделить потребность во внимании. Ну вот, ну и компенсация того, чего вам не хватает. На данный момент я купила свое жилье, проживает он у меня, когда ему надо видеться с детьми, он берет их к себе. Так жить всю жизнь я не могу, он и он тоже, так как 4 ночи он со мной, а 2 ночи он с детьми. А что плохого в том, что он с детьми? Я вот, Соня, никак не могу уловить суть. То есть я понимаю, что вы видите в этом угрозу, но он же не с женой, он же с детьми. То есть это нормально, что он с ними видится, вообще-то говоря. Тут проблема на данный момент в том, что вас это очень сильно задевает. Так вопрос заключается в том, вы хотите разобраться с тем, почему вас это так сильно задевает, например, или нет? Потому что если вы хотите разобраться с тем, почему вас это задевает, в этом вам можно помочь понять. Можно помочь вам в этом разобраться, если вы хотите этого, если вы хотите разобраться в этом. А если ваша цель просто закончить эти отношения, ну, вот с ним завершить их любой ценой, то тогда это вопрос, ну, вот тогда это работа в немножечко другом, я бы сказал, направлении. Вот. То есть тут, мне думается, вам нужно как-то определиться. Получается, мы создали два отдельных мира. Каждый раз, когда я ему говорю, давай ты просто приедешь себе жить, он соглашается, никто не действует, и все так и плывут по течению. Ну, здесь вы не хотите, или не можете, или боитесь взять на себя ответственность, собственно, за выбор. Понимаете? То есть вот смысл, как бы смысл того, что вы говорите, да, смысл, его попросту нет. Этого смысла, вот нет смысла в том, что вы говорите на самом деле. Потому что это, ну, по сути, никак не обеспечивается, да, это по сути никак не обеспечивается. То есть вы говорите, давай, ты переедешь. И вроде бы он соглашается, и вроде бы понимает, что, ну, жилье ваше, да, что значит, что вы находитесь, точнее, он находится на вашей территории, и, к примеру, допустим, ну, так быть не должно, но он чувствует, что вы в нем нуждаетесь, а раз он чувствует, что вы в нем нуждаетесь, то он ничего не делает. Кроме того, его чувства к вам, они как бы не изменились, появилась только с вашей стороны истерика. И такое чувство, что вы ответственность за это перекладываете на мужчину. То есть вы говорите, я не могу принять твоих детей, вот, я тебя люблю, я не могу принять твоих детей. Вот, поэтому мы с тобой давай разойдемся, ну, как бы разойдемся, вот. То есть не потому, что ты мне изменяешь, там, к примеру,
Вот, а именно потому, что я не могу твоих детей принять. Ну вот, но ведь они часть его, понимаете, какая штука. И вы, ну вот, спросите себя так, а вообще, как вы относитесь к мужчине, если вы не можете его детей принять? Вот. И плюс, вот это вот чрезмерная нуждаемость в нем, это тоже момент для работы, это тоже момент для психотерапии. Вот. С одной стороны, с другой стороны, очень важно понимать, что вы делали с психологами, что вам не помогли. То есть, насколько вот, ну, вы, там, как долго вы, например, занимались, скажем, из психологов, вот, в каком формате вы работали, да, то есть, что вы делали. Почему у вас ничего не получалось, да? То есть, связано ли это, например, с чем-то, что делал специалист, или это связано с вами, или что-то еще, понимаете? Вот, то есть, здесь есть такие нюансы тоже, понимаете? То есть сейчас вы, по сути, специалистов-психологов поставили на поток. На самом деле, на еще больший поток, чем до этого. Тогда как работать желательно с одним специалистом, не прерываясь, на других, понимаете? Только так можно чего-то достичь, чего-то добиться. Как уйти или что делать? Что делать, чтобы что? Ваш уход, вам, во-первых, некуда уходить, Соня, я так понял, потому что вы живете в своем жилье. Вот, вам нужно работать над своей потребностью в мужчине, вот, а это, как я и сказал, определенная нуждаемость в нем. И начать я бы хотел, наверное, с выработки отношения к мужчине. Как вы его видите, что вы хотите, например, для него, как вы его воспринимаете, мужчину, как им он вам видит, что, и, собственно, вот с этих моментов я бы вам предложил бы, наверное, начать, потому что я не думаю, что у вас только любовь к мужчине. Честно, я думаю, что у вас, помимо любви к мужчине, есть что-то еще, есть свои потребности, есть свои конфликты. Вот, вы их описываете, как истерики, как злость, вот, как зависимость от, собственно говоря, человека. И необходимо отделить то, что вы хотите для себя, и то, что вы хотите для мужчин, то, что вы хотите для своего партнера. Это очень важно. Вот. Такая вот история. То есть, вот объективно сейчас, на данный момент, нет никаких препятствий для того, чтобы вы были в отношениях. Кроме вашего непринятия детей. Вот. Понимаете? И вот это вот непринятие детей, да, оно такое ощущение, что связано с тем, что вы конкурируете с ними, соперничаете с ними, с детьми, я имею в виду. И это хорошо, значит, включается в то, что вы выбираете мужчину старше себя на достаточно приличное количество лет. То есть вы хотите сами быть ребенком для своего мужчины, потому что не прожиты вот эти детские чувства, не позволяете вы им проживаться, да? А тут появляются другие дети, которые крадут его. И вам это очень болезненно.
Ведь вы опять вынуждены те чувства, которые у вас только-только начали получать выход, благодаря вашему партнеру, опять их себе зажимать. Ну вот, почему вы считаете, что должны их зажимать, и откуда к вам пришел такой опыт, и нужно разбирать. Как я уже сказал, вы конкурируете сейчас с детьми. Конкуренция с детьми не бывает без причины. Не помню, говорил я об этом или нет, но вы получаете определенную глобальную жизненную выгоду от этой ситуации в целом. Да, я об этом говорил. И ситуацию необходимо рассматривать с разных сторон, чтобы понять, какая из них является вашей. Чтобы понять, что из этого действительно является вашим, а что нет. Как бы здесь скорее материал для психотерапии, индивидуальной терапии, но не для публичного вопроса, понимаете, который еще больше вас запутает. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если он понравился вам, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.